Громкий скандал в Великобритании. В Лондоне безработный прямо на улице нашел флешку с подробной информацией о системах безопасности крупнейшего аэропорта страны Хитроу. Как пишет газета Mirror, файлы были помечены как конфиденциальные, при этом не были зашифрованы и не требовали пароля. То есть любой мог узнать точный маршрут, по которому передвигается королева, когда пользуется воздушной гаванью, коды доступа в режимные зоны Хитроу, график работы патрульных, обеспечивающих защиту от терактов, подробные карты расположения камер на наблюдения и многое другое. Это при том, что с весны этого года Британию накрыла волна терактов, унесшая жизни десятков людей. Дважды за год уровень опасности поднимали до критического. Сейчас служба безопасности Хитроу проводит экстренное расследование. При этом власти говорят, что пассажирам ничто не угрожает.